Любви к книге и слову на самом деле нет предела. Ежегодно 23 апреля свыше 100 стран мира отмечают Международный день книги и авторского права. В связи с этим в Центральной библиотеке имени Абая была организована читательская аллея «Китап Рухани Саркылмас Казына». В мероприятии приняли участие поэт Бахытжан Алимкулов, член Союза журналистов Республики Казахстан, айтыскер Есет Досалы, известная в области молодая поэтесса Жылдыз Бейсек и член Союза писателей Казахстана, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, поэтесса Гани Алимбекқызы. Она отметила, что есть одно сожаление о том, что современная молодежь почти не читает книги. В настоящее время процент реально читающих старые добрые печатные книги значительно снижен. Человеку сейчас действительно трудно дать книгу в руки, потому что его руки, как правило, уже заняты смартфонами. Поэтому я хочу сказать вам, читайте книги. Вы станете духовно богаты, если прочитаете хотя бы одну книгу. Гости встречи рассказали о том, что книга всегда занимает лидирующие позиции даже в век новых технологий, и о том, что удовольствие от чтения уникально, оно совершенно иное. Также они поделились новинками в своем творчестве и прочитали стихи. Так сотрудники библиотеки читали наизусть стихи поэтессы Куляш Ахметовой «Китап». Гайни Алимбекқызы: «Ақша бұлттар арасында арман бар». Читатели ознакомились с обширной книжной выставкой «Китап Асыл Казына» под открытым небом в Центральной библиотеке имени Абая, а также встретились с писателями в читальном зале. Дана Саматрасалы, Кенжалиев, Жанар Сырымқызы, 77 News.